Вы не поверите, но сейчас мы расскажем о всемирно известном певце Витасе, на концерт которого в Китае недавно пришло более 7 тысяч человек. Однако поразительно то, что все эти люди пришли на концерт по поддельным билетам. Можете ли вы в это поверить? Согласно сообщению прессы, инцидент произошел в городе Суджоу. Сергей Пудовкин, продюсер артиста, поделился, что на концерт планировалось продать 55 тысяч билетов. Но, как назло, фальшивомонетчикам удалось создать дубликаты и продать их на черном рынке. Поэтому зал был переполнен поклонниками, намного превысив вместимость помещения. К сожалению, это означало, что ни Витас, ни его продюсер не получили никаких дополнительных гонораров за массовую явку. Несмотря на голограммы и идентификационные коды на билетах, система не смогла обнаружить подделки, и все желающие смогли попасть на концерт по своим фальшивым билетам. Удивительно, как эти мошеннические действия смогли обойти все меры безопасности. Но на этом история не заканчивается. Витас, настоящее имя которого Виталий Грачев, уже столкнулся с очередной финансовой неудачей. Он задолжал налоговым органам около 150 тысяч рублей. Эта неприятная ситуация только усугубляет проблемы талантливого певца. Продолжая гастрольный тур по Китаю, в рамках которого запланировано 15 концертов, Сергей Пудовкин подозревает, что подобные случаи контрафакта могут произойти и в других городах. В настоящее время команда Витаса неустанно работает над этой проблемой и, возможно, найдет решение, которое позволит предотвратить повторение подобных крупномасштабных мошеннических действий. А огромный спрос, связанный с поддельными билетами, свидетельствует о невероятной популярности артиста в Китае. А вы помните этого музыканта? Или за границей его знают и любят больше, чем на родине?